Summer Hill Entertainment, Odyssey Creative Entertainment. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 13. Odyssey Creative Entertainment представляет. Фильм Рахелио Салинаса III. Незнакомцы на пороге. В ролях Мануэль Гарсия, Уильям Джонсон оф Эджбу, Джереми Хейден, Джордж Миллер, Рэйчел Салинас, Валерий Салазар, Николь Виктория Гомес, Кристофер Гонсалес, Алисия Ривера и Джесси Салазар IV. Автор сценария и режиссер Рахелио Салинас III. Который из них? Этот.
Итак, наступает полнолуние. Но вряд ли мы сможем его увидеть. В данный момент погода хорошая, но вечером ожидаются грозы. Местами выпадет 50-70 миллиметров осадков. Как вы видите, будут грозовые ливни. Если вы на машине, будьте осторожны. Хорошая новость в том... Вы готовы? Да. Как в старые времена. Так как утром было 87, а вечером снизится до 65. Грозы дойдут до нас через пару часов. Лучше оставайтесь дома. Детка, кажется, на наш район надвигается буря. Да, лишь бы не такая, как в предыдущий раз. Надеюсь, нет. Не знаю, сколько выдержит крыша. Добро пожаловать! Ивет, детка, иди, открой дверь. Стивен говорил, что зайдет. Ивет! О, боже! Ивет! Ивет! Нет! Нет! Отпустите меня! Не трогайте ее! Оставьте мою дочь! Прошу! Мама! Я не знаю, кто вы, но... Прошу, отпустите жену и девочку! Сюда! Всем оставаться на местах. Свяжи их. Наверху кто-нибудь есть? Есть еще люди? Нет. Никого нет. И там никого? Нет, мы все были здесь, внизу. Проверь, может, она врет. Пушку можно? Нет, тебе хватит ножа. Ради твоей семьи. Надеюсь, ты не врала.
Эй! Что там? Наверху люди? Нет, здесь никого. Спускайся. Знаете, там просторно. Пошли наверх. Там кто-нибудь есть? Нет, наверху чисто. Хорошо. Свяжи всех. Вытяни руки вперед и держи их поближе друг к другу. Давай, мамаша. Руки вперед. И ты, красотка. Руки вперед. Не трогай ее. Заткни пасть. Не переживай, старик. Я свяжу не очень туго. Не нужно их удерживать. Отпусти! Есть я! Я сказал, заткни пасть. Зачем отпускать? Оставь ее в покое. Хватит. Не трогай. Секунду. Эй, есть хотите? Они тут спагетти варили. Или это паста? Вернись сюда. Вообще-то я хочу жрать. Видишь? Я же говорил, надо было сначала перекусить. Хватит болтать. Поешь позже. Тут дела поважнее. Тащите их наверх. Встать. Давай, подъем. Не смей ее трогать! Так, встать. Вставай быстро. Пошел, пошел, пошел. Ну? Давай, вперед. Вот сюда. Так, сидеть. Милый. Милый, ты цел? Как ты? Да. Ничего. Живой. Вы целы? Вполне. Детка. Ивет. Все будет хорошо. Поверь. Детка, никто не пострадает. Не знаю, что вам нужно. Но прошу, берите все, что вашей душе угодно, и оставьте мою семью. Прошу. Слышали, парни? Мы можем взять все, что захотим.
Берите все и уходите. Нет. Хватит! Хватит! Нет! Остановитесь! Не бейте папу! Прошу! Прошу! Ладно. Как вам угодно. Сэр, прошу, возьмите все, что вам нравится, и уходите. Берите что угодно и уходите. Почему вы не отвечаете? Что вам нужно? Нет, нет, не стреляйте! Прошу, не надо! Боже, нет, отпустите папу, прошу! Папа! Прошу, прошу! Я нашел всего несколько баксов. Да. У меня улов не лучше, друг. Хотя есть ноутбук и фотоаппараты. Это что, вся ваша наличка? Итак, есть еще деньги? Стойте. Да. У меня бумажник лежит в заднем кармане. Дорогая? Стоп. Я сам. Здесь только $37.
Мы обычно пользуемся кредитками. Что еще есть? Обручальное кольцо. Неплохое. Да. Очень даже симпатичное. Давай сюда. Нет. Что? Нет. Дай мне кольцо. Нет. Дай мне кольцо. Нет. Ладно. Пошли. Нет! Не смей! Нет! Хватит! Тихо! Я устрою вашей дочурке брачную ночь, которую она никогда не забудет. Забирайте кольцо. Прошу, возьмите его. Оно ваше. Ничего. Я думаю, что мы еще успеем неплохо повеселиться. Детка. Не плачь. Ничего. Я куплю тебе новое. Не бриллиант, но красивое. Хочешь? Да, возьму. Держи. Мне интересно, почему дочь на тебя не похожа? Что? Вам-то что? Она приемная или как? Вы обе симпатичные, но слишком разные. Она моя мама. Хватит об этом. Ничего. Если вам надо знать. Не я ее родила. Но она моя дочь. Ее родная мать. Рано умерла. Теперь ясно. В любом случае, ты моя дочь. Ладно, все. Избавьте нас от таких подробностей. Значит, это вся наличка, которая есть в доме? Да, просто... Вранье! Нет! Нет, стойте, стойте! Не надо, хватит! Я знаю, где есть еще наличные деньги. У нас кое-что лежит под столовым серебром в кухонном шкафу. Прошу, прошу. Проверь. Лучше. Нашел? Нет, их денег. Где? Какой ящик? Что? Какой ящик? Со столовыми приборами. Столовыми приборами? Да, со столовым серебром. Вилки, ложки, ножи. Ты дурак? Я понял. Подожди, еще раз проверю. Так где? Надо найти приборы. Вилки, ножи, ложки. Да, это здесь. Да. Вот они. Хорошо, наконец-то. Не так уж много, но лучше, чем ничего. Да.
Спокойно, тише. Нет, довольно! Перестаньте его бить! Хватит, ему больно! Я прошу вас! Умоляю! Прошу! Черт! Быстро назад! Что ты задумал? Что ты искал? Ты их хотел вытащить? Да? Я хотел развязать семью. А потом? Не знаю. Собирался пырнуть меня, верно? Нет. Я никому не желаю зла. Просто пытаюсь освободить моих родных. Прошу, прошу. Прошу, заберите все, что угодно. Только отпустите их. Почему вы выбрали нас? У нас нет ничего особенного. Зачем вы пришли? Я пришел из-за тебя. Что? О чем речь? Я не понимаю. Что ему нужно? Какого черта ты творишь, друг? Да. Зачем снимать маску? Они смогут тебя опознать. Эй! Стой, друг! Стой! Тихо! Что ты делаешь? Не знаю, что тут происходит, но я пошел. Сними маску. Слушай, друг, не перегибай. Быстро снимай маску. Доволен? Хорошо. Теперь вас тоже увидели. Раскроем карты. Папа, ты их знаешь? Не знаю, почему они ко мне прицепились. Для столь верующего человека ты плохо каешься в грехах. Не знаю, о чем он. Врешь! Расскажи ей, что сделал. О чем он? Признайся, говори. 5, 4. Прошу. 3, 2. Джон! 1. У меня была любовница. Была любовница. Что? О чем ты говоришь? Прости.
Мне ужасно жаль. Когда? С кем? За что? Извини. Это было пару месяцев назад. Но я всегда была верна тебе. Как ты мог, Джон? В чем? Я виновата. Дело не в тебе. Это я виноват. Кто она? Ну, она... Кто она, черт? Это была... Моя жена. Значит, вы муж Кассандры. Кассандра. Та женщина, которая работала у тебя в офисе. Да. Моя жена. Я уезжал часто и надолго. Уделял ей мало внимания. Она искала утешение и доверяла тебе. Я больше не могу. Ненавижу такие отношения. Такой брак. Простите. Но вместо того, чтобы помочь и поддержать, ты ее использовал. Ее мучило чувство вины, пока я работал. Я вернулся, и она все рассказала. Глаз не могла поднять. Люди узнают. Понимаешь? Думаешь, я это прощу? За дурака меня держишь, верно? Отвечай, ты меня слышишь? Не смей отворачиваться. Ну что, я дурак? Да? Я ведь ни разу не изменил тебе за все эти годы. Не могу поверить.
Я сказал, что брошу ее. И заберу сына. Нет, ты его не отнимешь. Я не позволю разлучить меня с сыном, нет! До того дня я никогда ее не обижал. А тут сорвался. Стерва. Дрянь. Стерва. Мама! Папа! Я убежал от стыда. Если бы я знал, что она задумала, ни за что не вышел бы из дома. Она так любила сынишку, что не дала бы разлучить ее с ним. И забрала его у меня. Себя тоже убила. Все из-за тебя. Что ж, теперь страдай ты, а потом сдохни. Я не знал, друг. Да. Почему не сказал? Подождите. Не могу поверить. Клянусь, я этого не хотел. Разумеется, ты не хотел. Кому в голову придет такое хотеть? Знаю. Да. У поступков бывают последствия. И чаще всего не ты за них расплачиваешься. Вот этот мужчина. Ты разрушил его жизнь. И кто знает, что он сделает с нами. Я никому не позволю обидеть тебя и Ивет. И что ты сможешь изменить? Как ты собираешься защищать нас?
Ты сердишься, Ивет? Ты втравил нас в большие неприятности, Ивет. Нет, мама. Он тебя предал. Не надо. Почему? Любимая семья осознала, что он подонок. Ему больно. Пусть мучается. Как ты мог так поступить с мамой? Ивет. Это отвратительно, папа. Ивет, прошу. Она не сделала ничего плохого. Ивет, хватит. Не смей повышать на нее голос. Лучше сам замолчи. Она просто сказала правду, а ты потерял право обижаться. Ивет, поверь, я сожалею. Вы с мамой этого не заслужили. Это полностью моя вина. Я понимаю, мое поведение нельзя оправдать, но у нас с мамой сейчас проблемы. Финансовые проблемы. Господи, мы ругаемся, почти не переставая. Да, я был жутко зол и обижался. И однажды узнал, что у моей помощницы в офисе есть похожие проблемы. Но мы разговорились. Она была откровенна, а я, как теперь понимаю, был слишком откровенен. И когда мы снова задержались на работе, она разрыдалась. Я хотел ее утешить. Не знаю, как это вышло. Мы увлеклись. Конечно, я понимаю, что не смогу исправить то, что натворил. Но мне правда ужасно жаль Конни. Мне очень жаль, Ивет, что вы узнали об этом таким образом. И мне жаль, что я подвел тебя и маму. Почему у вас финансовые проблемы? Это из-за меня, да? Нет, детка. Нет. Конечно, нет. Почему ты так решила? Потому что вы работали, чтобы откладывать мне на обучение. А я завалила сессию в первом семестре. Детка. Причина совсем не в тебе. Мама права. Дело... Я вижу, что Стивен замечательный сын, который... смог попасть в морскую пехоту, а потом получить хорошую работу. Верно? Да. Я виновата. Нет, Ивет. А я, в отличие от него, лентяйка, которая начала пить и пропускать занятия. Поверьте, мне стыдно. Ивет. Простите. Я пыталась учиться. Старалась изо всех сил, но так и не справилась. Успокойся, малышка. Ничего. Проблемы с деньгами возникли не из-за твоей учебы. Они начались потому, что я верил, будто Дин правильно распорядится нашими вложениями и пенсиями. Какой Дин? Дин — это финансовый консультант, который больше заботился о своих комиссионных, нежели о защите клиентов. Я не сказал маме, что... по-другому распределил наши инвестиции, руководствуясь рекомендациями Дина. Но когда надежные акции полностью обесценились до нуля, мне пришлось признаться. Мама, конечно, рассердилась. Пойми, я верил Дину. А я верила тебе. Верила, что ты приумножишь наши деньги. Верила, что ты заботишься о семье. И верила, что будешь обсуждать со мной все решения. Ты могла помочь после того, как я потерял пенсию. Самое главное, я верила, что ты не опустишься до измен.
Прости, друг. Я слышал, что твоя жена умерла, но не знал никаких подробностей. Да, надо было поделиться информацией до того, как мы выехали. Ты бы пошел? Или ты? Ну, я не знаю. Наверное. Да. Мой дом могут отобрать. Мне нужен каждый доллар. Меня недавно уволили. И теперь я не могу платить по счетам. Сочувствую. А я сочувствую твоей беде. Я тоже, друг. Спасибо. Слушай, я знаю, сейчас ты не хочешь общаться, но давай отложим разборки на потом. В данный момент главное, чтобы все остались в живых и поскорее освободились. У тебя есть идеи? Ни одной. Я пытался что-нибудь придумать, однако, к сожалению, пока мы не в состоянии одолеть их и убежать, я хочу поговорить с этим парнем. По-моему, это плохая затея. Может, ты попробуешь, мама? Не уверен. Не хочу, чтобы ты рисковала. Ладно, я попробую. Его злость в основном вызываешь ты, Джон. Вдруг выйдет. Ладно. Парни, я пока отнесу пакеты. Принести что-нибудь? Не сейчас. Прошу, будь осторожна. Думай, что говоришь. Куда делись макароны? Я уже не хочу марко. Да? Знаешь, что я хочу? Ну, скажи. Было бы здорово провести пару минут с Ивет. Не знаю, старик. По-моему, ты ей не нравишься. Я всем нравлюсь. Она просто не понимает. Ты больной придурок, Марко. Да, да. Кстати, раз речь зашла о больных, Виктор не рассказывал тебе о своей семье? Нет, ни слова. Он намекнул, что есть интересная возможность, и спросил, не хочу ли я срубить пару баксов. Мне нужны деньги, так что я согласился. Понятно. Та же история. Но я надеялся, что в доме никого не будет. И я так думал. Но сегодня все не так, как в школе, когда мы вломились к мистеру Тайсону. Да. Мы знали, что дом пуст, потому что Виктор развлекался с его дочкой. Ты правда можешь потерять дом? Да. Я должен $5,300. И лишусь права выкупа, если не погашу долг. Ты крепко влип, Иэн. Вряд ли это дело поможет нам разбогатеть. Знаю. Это меня и беспокоит. Я давно не могу найти работу, хотя отчаянно пытался устроиться. А что со старой работой? Там жадное начальство. Уволила кучу сотрудников. Вызывали по одному, но всем дали пинок под зад. Да, паршивый друг. А наше выходное пособие — просто гроши. Все было в середине месяца,
И через 2 недели прощай, страховка. Они объяснили причину увольнения? Нет. Доход был стабильно высоким. Думаю, наши начальники хотели таким образом обеспечить себе заоблачные зарплаты еще на год. Самый простой способ — избавиться от нижестоящих подчиненных и прикарманить их деньги. Капитализм во всей красе. Это банальная жадность. Именно поэтому множество несчастных работяг оказалось на улице, пытаясь выжить. Нас вынуждают грабить тех, кому повезло. Бандиты не мы, а они. Мы вломились в чужой дом, стащили пару сотен и садимся в тюрьму на всю жизнь. А они воруют миллионы, миллиарды баксов, но при этом не проведут за решеткой даже суток. Я согласен с тобой. Несколько лет назад у меня был пенсионный счет. 401К, мать его. Когда начался кризис, я забрал с него деньги. Так у них хватило наглости меня за это оштрафовать. Ты прикинь, многие годы они отщипывали кусок от моей зарплаты. И что я получил? Хрен. Ничего. Ничего. Как тебе это? Система прогнила, дружище. И те, кто имеет реальную власть, способствуют гниению. Они могут купить политиков, чтобы платить меньше налогов. При этом у них развязаны руки, им позволено делать, что они захотят, с кем хотят и когда хотят. Разве я не прав? Ты прав. Повсюду марионетки, которыми управляют корпорации и лоббисты. Знаешь, им вообще на нас плевать. Чихать им на тех, кто вкалывает в поте лица. На рабочих лошадок. Их волнует лишь то, кто будет финансировать следующие выборы. И взятки берут на всех местах, а страдаем мы. Именно. Сэр? Простите, сэр. Простите, сэр. Вы не хотите разговаривать, но я буду благодарна, если вы просто выслушаете. Я бы хотела повернуть время вспять. Мне жаль, что у вас случилось такое горе. Понимаю, что вы злитесь на Джона за его поступок. Но избиение или убийство не вернут вам жену и сына. Вы кажетесь хорошим человеком. Я не верю, что вы причините нам вред. Вы не заслужили этой беды. Мне очень жаль. Прошу, не надо этого делать. Поверьте, мы ничего не расскажем. Берите что угодно. Я знаю, что вам больно. Но месть и разрушение не вернут ваших родных. Они бы сказали, что вы... Что сказали? Они не смогут, потому что мертвы. Мертвы. Ты не знаешь моей боли.
Тебе это кажется. А вот он узнает. Нет. Я понимаю, каково вам. Я потеряла первого мужа и маленького сына. Очень давно. Я знаю, как это больно. Прошу. Все это не воскресит вашу семью. Не надо нас мучить. Я проверю, как дела наверху. Есть не хочешь? Нет. Но, думаю, скоро у меня появится аппетит. Я быстро. Все в норме? Да. Не знаю, я думаю. Не вопрос, друг. Телефон сейчас сядет. В общем, я видел молнии и слышал гром, пока добирался. Так что бегу домой, пока не пошел дождь. Алло? Алло? Черт. Надо было зарядить.
Если тебе страшно, могу обнять. Все хорошо, детка. Не смотри туда. Эй, что с тобой? Мы здесь не для этого. О, прости. Нет, просвети меня. Зачем мы сюда приехали? Не за этим. Вот теперь я волнуюсь. Поскольку, знаешь ли, я в буквальном смысле весьма озадачен этим вопросом. Будь добр, объясни, поскольку, если я не ошибаюсь, этот похотливый козел заставил твою семью пройти через сущий ад. А теперь ты его защищаешь? Ты прав, но... Я шел сюда с тобой с конкретной целью. Войти, взять и выйти. Как вдруг ты наставил на меня пушку. Да, но... Слушай. Я... Слушай. Ты мне должен, друг. Да, но... Ты хочешь, чтобы он мучился и страдал? Так? Да, но ведь... Погоди, погоди. Просто позволь мне... Чуть-чуть с ней поразвлечься. Я буду нежен. Но я немного... Ладно, только... Ладно. Спасибо. Девушка, позвольте пригласить вас на танец. Даже не думай! Не прикасайся! Оставь ее, тварь! Ты извращенец! Не трогай Ивет! Я убью тебя! Я убью тебя, мразь! Нет, нет! Нет, прошу вас! Возьмите меня! Делайте, что хотите, я не буду сопротивляться, но отпустите девочку! Не. Я люблю женщин, которые не кусаются. Ивет! Не тронь мою дочь! Нет! Ивет! 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 О, Боже! Ивет! Ивет, прости! Прости! Ивет! Боже! Закрой рот! Или сначала я убью его, потом тебя, потом девку. О, Господи, не надо! Ивет! Господи, не дай обидеть мою малышку! Ивет! Прости меня! Умоляю! Я убью вас! Тихо! Хватит! Не надо, прошу, не надо! Вот так. Я виноват.
Закончи все разом. Стреляй. Ты этого хочешь? Только отпусти мою Ивет. Ивет, давай. Стреляй. Не мучай ее. Отпусти. Это не воскресит твоих жену и сына. Как здорово. Знаешь, ты ведь просто красотка. Расслабься, детка. Все будет быстро. Марко! Ты цела? Спасибо, Стивен. Спасибо. Спасибо, Стивен. Спасибо. Спасибо. Сиди здесь и не выходи, пока я не позову. Что ты думаешь делать? Помочь маме с папой. Бандитов трое. Да, был этот ужасный парень. Еще один торчит на кухне, а главный остался с родителями. С тем, что на кухне, я разобрался. Остался один. Но у него есть пистолет. Я с ним справлюсь. Как? Пока не знаю. Я пойду с тобой. Нет, сиди здесь. Прошу, я не хочу рисковать. Мне надо спасти маму и папу. Ты будешь осторожен, Стивен? Буду. Люблю тебя. И я тебя. Я вижу. Ты их сын. Что вам надо? Берите деньги, берите все и убирайтесь. А ты меня отпустишь? Так легко? Если не тронете семью. А если нет? Ценю твое доверие. Но пушка-то у меня. И условия мои. Тронете их. Я вас прикончу. Я могу шлепнуть твоего старика. И после этого успею наставить пистолет на твою мать. Так что не смей диктовать мне, что делать, малыш. Ладно, я понял. Что вам надо? Спроси у папаши. Он знает точный ответ. Папа, о чем он? Прошу, Джон, расскажи сыну, почему вы с женой связаны и избиты, а дочь едва не изнасилована. О чем он говорит? Да, Стивен. Из-за меня. И дело не в деньгах. Думаешь, мне нужен телек? Или цацки? Я бы не рисковал жизнью и своими друзьями ради барахла. Мне плевать на этот мусор. Нет, твой отец разрушил мою жизнь. Как он это сделал? Он сделал так. Что моя жена убила нашего сына, а потом себя. У меня была интрижка с его женой. Как ты мог изменить маме? Так вышло, сын. Я виноват.
Но только не я избил несчастную женщину. Не я угрожал отнять у нее ребенка. Нет, стой! Этого не случилось бы, если бы ты хранил верность жене, старый козел. Давай. Скажи еще хоть слово. Одно слово. Ты не представляешь, каково мне. Не знаешь, что значит потерять людей, которые были смыслом твоей жизни. Ты меня осуждаешь? Думаешь, я за это в ответе? Я могу размазать твои мозги по стенке, но будь я злобным уродом, я бы убил девку и ее мать перед тем, как всадить пулю ему в голову. Однако твой отец причинил им достаточно горя. Не им платить за его грехи. Мне жаль. Что? Что? Я сожалею, что погибла ваша семья. Никто не заслуживает таких страданий, но это не дает вам права вламываться в дом и творить самосуд. Я обещаю, что дам вам фору в 10 минут перед вызовом полиции. И скажу копам, что к нам ворвались только эти двое. Слушайте, вы многое потеряли. Но и моя семья уже испытала много горя. Знаешь, это звучит очень заманчиво. Нет. Он страдал недостаточно. Развяжи меня! Развяжи меня, давай! Быстрее! Давай! Давай, быстрее! Эй! Детка! Так! Нет, мам! Надо ее развязать, давай! Скорее, снимай веревки! Нет! Конни, милая, что с тобой? Ивет! Мама! Мама! Ивет, звони 911 и скажи, что срочно нужна скорая помощь. Давай, иди! Подержи вот здесь. Я сейчас. Иди. Ничего, милая, все хорошо. Держись. Пришлите скорую, в мою маму стреляли. Конни. Так, папа, погоди. Вот. Приподними ее. Да, ладно. Да. Вот так. Больно. Больно. Прости, мама. Мне пришлось это сделать. Это... Прости, что среагировал недостаточно быстро. Все хорошо, милый. Ты все сделал правильно. Спасибо, что сумел позаботиться о сестре. Я молилась, чтобы Бог защитил нас. И Господь послал нашего ангела-хранителя. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Люблю тебя. Вот так. Мне так стыдно. Ты меня спасла. Но я этого не стою.
Вся вина на мне. Просто я люблю тебя. Конни, Конни, не уходи. Конни! Джон. Все будет хорошо, мам. Ты справишься. Так. Ну-ка. Боже. Вот слегка прижми. Давай. Мама. Мама, врачи уже едут. Прошу, держись. Ивет. Да, мама. Ты цела, детка? Да, все в порядке. Все хорошо. Бандит тебя не обидел? Нет, мама, нет. Стивен меня выручил. Успел вовремя. Спасибо тебе, Стивен. Спасибо, что спас свою сестренку. Все хорошо, мама, не беспокойся за меня. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Ты, главное, держись. Мама! Мам! Нет! Нет! Останься со мной, Боже! Мам! Прошу, очнись! Нет, мама! Нет! Конни! Конни! Мама! Любимая! За что? Да, Ивет. Привет. Это папа. Ты и сама догадалась. Я звоню просто сказать привет. Ты понимаешь, мы не разговаривали очень давно. Я знаю, что надоел тебе своими постоянными звонками, но... Мне так хочется услышать твой голос. Я хочу увидеть вас со Стивеном. Я пытался ему позвонить, но... Он тоже не берет трубку. Детка, сегодня канун Рождества, и... Я очень соскучился. Знаешь, я ведь понимаю, почему вы отдалились. У меня больше никого нет. А этот дом без вас стал тоскливым и пустым. Без тебя и Стивена. Прошу, детка. Прошу, позвони папе. Я скучаю. С Рождеством, малышка. С Рождеством.
Памяти Джорджа. Спасибо тебе за самоотверженную и яркую работу. Нам будет тебя не хватать, дорогой друг. Незнакомцы на пороге. Автор сценария и режиссер Рахелио Салинас III. Фильм переведен и озвучен специально по заказу Creative Arts Media.